сегодня мы поедем в Нью-Йорк смотреть на автомобили, потому что прошел целый год, и снова выставка автомобилей. Мы поедем на пароме. Для джипов сделали полосу препятствий с такой огромной горой. Довольны? В очереди отстояли час-другой и едут довольны. Видишь, как медленно заезжали. На их тени. Какая-то презентация идет. Сколько машин. О май гуд. Саша довольный. Нет, чтобы цветочки в Центральном парке смотреть. Смотрите. А, вот этот, про то, что ты говорил, конкурент F-150. Да, не вижу его. Это синенький, что ли? Нет. Турбодизель. Нет, тоже турбодизель. Вот, джипик длинный. Вагонир. Ну мы-то идем к Volkswagen. Это как Аки? Это как Аки? Это электрическая. 6 Е-клон сверху, если не выше GT. Это быстрая, хорошая. Ну, я как делаю. Новая. Новая Kia Soul. Это мне такую надо. Цвет хороший. Знаешь, такой цвет? Опа! Ой, какой тут цвет. Хуйньки кто-то. Цвет такая. Сразу теперь все отличия. Чего, плохо что ли? Так же, по-моему. О, кстати, ручная. GT-версия машины. Ой, тут все ручное. А что, экран не включится? А, она не заведенная, а ее можно снести? Вряд ли. Нет. Ладно. Kia Soul. А, в каком-то режиме стоит. Смотри, у нее есть ручка для водителя. Тут ничего нет. Ручка для водителя есть. Пойдем в багажник посмотрим. Вот, я как бы сижу, да? И сейчас за мной посмотрим место. Нормально. И тебе тоже есть все коннекторы. А багажник? Хорошенький задок. Дизайн? Молодцы, да? Да. И вот это еще. Что, настоящего выхода? Так, просто весело. Не электрический. Весело сделали. Молодцы. Вот дизайнер я вот как пятерочку поставил. Ну это прям эконом-эконом. Тотал 25. 25? Это Telluride. Вау. EV9. Это большой электрический. Большой электрический. Хорош. Какие колеса?
О, синенький, красивый. Это другой же? Mm-hmm. О, смотри, с поддержкой ног. И там тоже. А зачем? Когда заряжаешься, чтобы можно было чилить. Экран. Квадратные колеса. А здесь треугольный. Здесь всякие Хонды. Хонды. Такое мы уже видели на дороге. Хороший цвет. Не будешь садиться? А экран маленький и торчащий. Как-то это. И кнопочкой закрывается. У нас не умеет кнопочкой закрываться. Одиссей, Хонда. Одиссей. Тут тоже широко. Вообще, это просто шикарно, смотри. Открыл, да, и просто туда залетел. Просто вообще можно путешествовать. Конечно. Как люди минивэны не берут, не понимают. Какой кайф. Вот оно как. И тут глубокий багажник. Вот так, ну? Офигеть. А это же как у этой было, у Сиены. Наверное. В свежем поколении. Шикарно. Так. Там зелененький цвет красивый. Багажник Телюрайда. Также. Да. Как у... И капитанское кресло там. У всех. Тоже полностью уходит сюда. Но у этих ребят не бывает полного привода. А. Кстати, вот все тоже. Да, вот это палисад. Цвет такой насыщенный. Тут тоже должен быть третий ряд. Сильно меньше места. Смотри, да? Если сидушка здесь, уже не поставишь. Ну, можно это убрать. Багаж вот такой вертикальный. Большой. А вот электрические иконы. Не разрешают туда еще заходить. Или можно? О, можно заходить туда. Сажусь, а ты иди туда. Опа! О, какой экран! Немножко панорамной крыши. Машина, у которой была, были все возможности стать нашей. Но не электрическая кона. Это обычная кона. Это электрическая. Электрическая. А, ну какой рычаг смешной. Руль хороший. Блин, как мне нравится хендайский руль вообще. А что, у нас плохой руль? У нас другой. Он а такой, это что такое? Ну, ты какие-то ребра такие. Прикольно, можно так ездить. Прикольно. Немножко как-то... Это регулирующийся, потому что... А? Крутится, видишь? А, так вот они.
сюда можно их убирать вот так. Прикольно, да? Угу. Пластик дешевый, дешевый. Уже покоцан. Ну тут смотри, какая полка здоровская. Вот бы дам такую полку. А это интересно, что за полка? Просто ребристый, чтобы скользило. О, Rainy Day. А, там это, там, видишь, дырка на стекло. Отражение. И можно включать Rainy Day. Ну-ка. У нас двери тяжелее, какие-то легенькие совсем. Двери. Ну-ка, за собой сяду. О, электро. Уже не это. Не пожалели? Я бы вот так ездил, допустим. И смотри, ручка для водителя есть. Так, ну, даже под рулевые лепестки, и тогда она спортивная. Пойду за собой сяду. Тут зарядки две тайпсишные. Конечно, панорамы нет, как у нас. Нормально? Ну, да, ногам места хватает. Можно брать. Поехали. Тоже ночной. Ну не маленький. А? Ну не сильно маленький. Нормально. Рвануло. Вот это электрическое только. А то было бензиновое. Красивое. Цвет классный вообще. Цвет такой же, как Айди Баса. Они обогнали его. Это бархатные тяги. In terms of design, you'll see the parametric sculpting on the body side profile, and the front end now features that sharp rheology fan. Классная машина, мне нравится. Прям дизайн какой-то, немножечко как Empire State Building, как не знаю, как Art Deco, да? Да. Немножко Art Deco пахнет, как будто бы. Очень круто. Я бы такую машину поводил. Просто лёг. Лёг туда. Дырка. Вот оранжевый красивый цвет. Ну, там еще маленький какой-то есть. Бархатный тяги. Киштыми. Киштыми. А это, смотри, какие классные передние фары. Да. Это хорошо, стильно. Что-то новенькое. На таком можно покататься? Концепт вообще, это даже не продакшн. Детей засунули в багажник. Закрывали. Тойота разобранная. Вот она Сиена. Hello and welcome. Hi. My name is Sammy. How are you today? Great. How are you? Not too bad. It is a lovely day here in New York City.
они Volkswagen. То очередь у Адибаса. What is the intuitive light bar that runs across the ID4 dashboard? Is it the smart light? Is it the ID light? Or is it the buzz light? All right, everybody, think about the name of the vehicle in question. We also have the ID buzz here. Это 2024. Машины, смотри как. Тонна места. Окошко хорошее. Тоже открывается, как у нас. Сенсорный этот. Видишь, молодежный, вот у него вот это вот все относительно такое. Так это спорт просто такая, я же не грубила. Надо в трехрядный. Здоровая. Конечно. А что, нет ряда? А, ну это, видишь, у них там еще тоже новенькая. Такой маленький. Не сильно большой они поставили. Ты тоже отдельно, не соединили его. Это что за малюсенькое зеркальце? Ну, то с автогирингом. И камерой, наверное, самолетики. But that's fine, we play this game all the time, like every hour on the half hour. So we have one final game of Volkswagen IQ Trivia left for the evening at 8:30. If you did not do well this round, come back at 8:30. I'll be here hosting one more time, giving you a chance to play again. But in the meantime, if you want something to do, go over to our GTI racing game that's over here in the corner. Get your best friend, your best foe, figure out. Окошко, как у нас, как будто, знаешь, да. Туда-сюда доходит, а машина шире, и она как будто бы больше по центру. А там что, для багажника? Вот же он, Эдди Бас, но мы его сейчас еще посмотрим. Третий ряд тут такой, и багажник. Еще один Атлас новый. Прикольно. То же самое. А? То же самое. Ну, конечно. В прошлом году не давали в него садиться, в этом году уже дают. Смайлик спрятанный. О, подъехало кресло. Садись. Кресло немножко отодвинуто, а когда ты сядешь, оно подвинется. Когда закроешь дверь. Поехало? А, тебе, наверное, у меня поехало. Что, в обзорах показывали вот этот смайлик? Да, наверное, да. О, подставочка. Столка. Столку поставить с водой. Хорошо. Класс. Вот это хорошо. А какой здесь это, да? Как далеко. Отражается. Панель. Ну да. Солнце будет так отражаться. Плохо. Нормально. А тут это Ambient Atlantic моргает. Ага. Что-то немножко. Система обновленная. Свежая система. Нет, у тебя тычка торчит. Маленькая, да. Тут полка хорошая. Это мягкий материал. Для карточек, для монеточек, смотри. Мне еще нравится, что здесь нету
автобус, да. То есть можно полезть и назад пойти при желании. То есть я, допустим, еду по папу. Ты тоже? И ты захотела что-то назад на ходу, раз, перешаем. На улице дождь идет. Ты захотела туда. Что-то тут будет, наверное. Может быть, в разных комплектациях крыша будет. Проверь сама. Давай. Нет, не выдвигается. Чего с Volkswagen жалеет эту штучку? Она большая сама по себе. Хороший батончик. Оп, можно остановить его на момент. Сейчас мы посмотрим. А это Новый год или? 2023. Как у нас? Да, 23? Как у нас. Но полная комплектация. Диски, такие бархатные тяги у него сразу. А? Да, такие же. Там только проветривание есть и все. Немножко другие кожи. Так, в целом. Карте на 24-155. А что это они так обманывают? Обман. Сразу надо добавлять как минимум 15 тысяч. У нас нет умные фары. Да. No. Это что-то на богатом. А тут симуляторы были, а сейчас... уже не работают. Это хорошие тяги. Бархатные? Там велосипед. В лес зубного колеса. А тебе как-то тут это прорезано? Так все лицо. Ой, я сразу вспомнил эту штуку, которую надо правильно закрывать. Специальный перевозчик велосипедов внутри. Видишь, это крепление. Такой капот ноздря выстрелил делать. Вот. Велосипед меня марает. Метод ластового. Такие сидушки дурацкие. Электрический трак. Здоровый и высокий. Так, нужно покупать трак, а потом палатку на него. Да, довольно высокая машина. Тревор вызывает. Тревор, да. Супер дикий фокси. Такое тоже есть. Внедорожная версия. Электрички. И у Subaru такой же стенд, как в прошлом году. Главный конкурент нашей машинки. Да некрасивая. Ну? Это еще прототайп. Вот, раз пикнули. Пикнули. Увидел, да, у нас какую шилу дикобродную.
В рот прям. Конфеточка такая, карамелька, да? Картель. Даже удастся тут поесть. Второй этаж. Здесь уже не новые машины, всякие разные. Всякие старье всякое, переделанное. Бархатные тяги. Такое вот. Тут много хороших машин. Где золотой жук, ты мне говорил? Сколько бархатных тяг. Что за старье такое? В этом доме дом этот же показывали в прошлом году. Там злодей стоит. А это что? Мастер? Дасти. Датсан. Это шестерка. Копейка. Это красиво. Состояние. Вот это кажется. Блестит. Там дома на колесах. А здесь без кошки. So scared. Есть китас, радует глаз. О, конечно. Номер хороший. Оправдайтесь. Это кто тут такой? Забежал. Лада. Как у деда, только у него желтая была. Импортная, скорее всего. Импортная? Мне кажется. Откуда? Из Кубы? Из Европы. Прибалтики? Прибалтики импортируют. Показывают электрический мусоровоз. Прикольный автобус. Это новые, да, наверное? Электрические мустанги новые для полиции. Вчера тоже, в прошлом году тоже показывали. В прошлом году их тоже показывали. То сейчас обклеились. Как-то новая зеленая полоса какая-то появилась такая. Стоит трупперы, вот они в таких шапках.
и ходят по дорогам. Я не знаю. Ловят нарушителей дорожного движения. Все? Все посмотрели? Все посмотрели. Ты доволен? Да. Как тебе понравилось, выставка? Ну, хорошо. Вот здесь какой-то Эдисон свою машину тоже показывает, которая чинит электрику. Сейчас была машина Элвиса Пресли, а сейчас машина Бонда. Пистолет, ему страшно? Страшно. Эта машина снималась в фильме Die Another Day 2002 года. В бондовском фильме. С ракетами. А это тоже там снимался? Что это? Какие-то непонятные бронированные машины. Краска для стены. Бархатный. В этот раз мне невероятно повезло. Мы пробыли здесь всего, не знаю, полтора часа? В районе двух часов, мне кажется, да? Да. А в прошлый раз полдня ходили. Почти в каждую машину садились. А этот раз быстренько после работы. Все, всем пока. Да. Теплышко. Да. На улице еще тепло. Сегодня не было +32.